Всем привет, Иваныч, с вами продолжаем. Попытка номер два пройти святилище Кадингир. Я уже могу прочитать это название с первого раза. Это уже большое достижение на самом деле. Грузимся, начинаем Мочилово. Так, надо отрегулировать звук так, чтобы не пролить чай на компьютер. Пробел для продолжения. Так, звук вроде есть. О, я знаю эту тему. Подождите-ка. Шквальный огонь. Микрограната. Мне кажется, вообще микрогранат. Да у меня вообще ничего нет, по-моему, от ТАСС. Что-то у меня мало боеприпасов, реально. Мои любимые монстрики, которые просто жрут гранаты, блин. Жрут боеприпасы. Так. Не, не надо. Хорошо, я пофармил. Не дай бог так пофармить. Ой-ой-ой-ой. Так, все сфармил, наконец. Да что ж такое-то, блин, у меня за криворукой. А, я не ту кнопку жму. Так, а что я должен нажать? F, по-моему, да? Отлично, отлично. Да, F. Я что-то R сжал, и поэтому все время... Так, а где второй? Отлично, отлично. Пока вроде норм. Просрал кучу здоровья. Ой-ой-ой-ой-ой. О-о-о. Что-то у меня явные проблемы. Блин, опять я не ту кнопку нажимаю. Так, серьезные проблемы с боеприпасами. Прям совсем явные. Блин, 5, 4. Так, 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 башку бы не отстрелить, было бы неплохо, наверное. А, все, умер. Так, это я перезарядку жму, которой здесь нет. Ха-ха-ха, смешно. Давно не играл. Дня два. Так. Залазим. Блин, я, главное, даже не помню, что здесь есть. О, вон туда вот надо идти, видите, там зеленая лампочка мигает. Здесь зелеными лампочками все сделали. Считаю, конечно, зеленых лампочек немножко недостаточно. Лучше, чем ничего, как говорится. Так. О! Ой-ой-ой-ой. Столько патрошков прошло мимо. Готово. Блин, 42 патрона осталось. Фу! Так, карта обновлена у меня. Ой-ой-ой. Так, давайте-ка держаться к нему поближе. И добиванию. Да, сожри свой глаз. Эпично, черт возьми. Вот это вот мне нравится в игре. Я, честно говоря, думал, что будет лажа какая-нибудь в плане вот этого вот добивания. Но нет, добивание очень радует. Очень радует. Так, мини-карта. Или макро-карта. И уж, блин, вообще, реально, ребята, я вот за два дня что не играл, забыл кнопки. Атас вообще. А это что такое? Мне вообще ничего. Окей. Так, что у меня есть? Ракетомет, 10 ракет, плазменное ружье, штурмовая винтовка, дробовик, пистолет, пулемет. А, ну да, я же пулемет еще взял. Давайте, слушай, дробовик возьмем. Ну фигли. Опять эти, блин. Давайте уже их так убивать. Ой-ой-ой-ой-ой, смотрите, как бывает, а?
водка бывает, тра-ля-ля-ля-ля-ля. Я там все жаловался, что они какие-то унылые, там такие, не даю никакого челленджа в их убийстве, а хпшку об них теряю, в общем-то. О, тут можно навернуться-то было, оказывается. Хпшку-то об них теряю. Так. Что у меня стоит? Микрограната, да, шквальный огонь. Вот, вот это вот надпись, шквальный огонь, микрограната. Неужели их нельзя было оставлять? Неужели их нужно было обязательно, обязательно убрать? Так. Карта обновлена. Куда-то туда надо идти. И это у нас кодекс, я так понимаю, да? В битве с черными душами обреченных показал он свою доблесть. Для его крестового похода Серафим даровал ему огромную силу и быстроту. И мощью своей сокрушил он обсидиановые колонны храмов крови. Не зная жалости. Обратно, что ли? Я чуть не понимаю. Вот это вот стоящая на месте фигня, да, рядом с которой надо тусоваться для того, чтобы услышать всю историю. Это, конечно, опять же, эпик фейл разработки. То есть я считаю, что такие вещи делать не нужно в играх. Это по меньшей мере глупо. Я не понимаю опять, куда мне надо идти. Блин, тут я был. Вот-вот уменьшается, да, вот эта вот циферка. Вон туда вот, я так понимаю, да, надо залезть. А как туда залезть? Вот как туда залезть? Вот туда я вряд ли могу залезть. Здесь же пропасть. Здесь же долбанная пропасть. Так, все, я взял максимальное количество патрошей. А, здесь вот сюда я залезал, и что-то я здесь ничего не видел. А, или... А, все, я вот сюда могу залезть, блин. Надо иногда просто смотреть наверх. Это да. И это мой косяк. О. Давайте подлечимся немножечко. До сих пор жив? Че, их апгрейдировали, что ли? Я что-то не понимаю. О, броник там есть, смотрите. Ну, давайте так их перестреляем. Но это не серьезно, блин, на них тратить патроны. Так. Что тут дают? О, какую-то фигню. Апгрейд для моей брони, я так понимаю. Я что-то этим не занимаюсь в этой игре. Претарианский жетон. Что-то слышал? Что-то слышал я. Блин, красота. Мне очень нравится, как все, блин, сделано. Вот очень красиво, очень круто. Просто великолепно. Что земля до этого была, что ад был просто адский. Там я, наверное, ходил. А, да, я оттуда пришел. Вот обвиняли разработчиков из id Software, что они все время делают какие-то коридоры. Но вот видите, они сделали более-менее вот такой открытый мир. По мне, так вообще слишком открытый. Я бы с удовольствием бы поиграл на что-то более закрытое. Так, я так понимаю, что сейчас меня ждет какой-то мега-мочилово, судя по количеству патрошей, которые мне дали. Так, опять карту мне дали. Персонал. Оак. А, это, видимо, какой-то кусок истории, которую я в этой игре почему-то вот не считаю нужным читать. Ну что, сейчас будет мочилово. Вон, смотрите, вон ту фигню надо, наверное, взять и всех убить. Какое все красненькое. Поехали. Бодрота, веселье. Да, пошли. Пошли. Да-да-да. Оба-на. Привет. Да, привет, чувак. Да, привет. Ха-ха-ха-ха. А чего там прыгаете-то? Распрыгались там. Два дурика. Так, давай, давай, отдай мне свои хпшечки. Что-то я чувствую очень серьезное здесь заваривается. Ха-ха-ха-ха. Это чего? Четырехкратный урон. Блин, ты до сих пор жив после четырехкратного урона? Да ладно. Да ладно.
Отдай мне свои хп. Ой, я его случайно убил. Да ладно. А, у меня кончился четырехкратный урон. Ой-о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 й. Рановато что-то у меня кончился четырехкратный урон. Давайте возьмем новый парцайчик. Ну давай, залезай ты, дурень, блин. Ты че вообще? Ой. А я думал, что я поднял. Готов. Готов. Ой-ой-ой-ой-ой, как я сыграл. Отлично просто, просто мечта. Эх. Печалька. Кто там мне звонил? Как обычно. Так. Собираем. Собираем рулисы. Мне кажется, знаете, вот, блин, с плазмопушкой будет намного эффективнее. Если я квад-демедж возьму плазму, будет вообще замечательно. Где-то там. Все у меня закончилось. Ну, как обычно. На, блин. Так, где мясо? Мясо, стой. В прошлый раз, мне кажется, я просто лучше сыграл, потому что у меня квад-демеджа-то осталось на большее время. Ух ты, бляха-муха. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давайте так вот. Скушаем, скушаем и этого демона. Жрем демонов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Да. Ха-ха-ха-ха. Так. Оба-на. Ой-ой-ой-ой-ой. 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 Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Да-да-да-да-да-да-да. Успеваю, успеваю. Да ты охерел. Ой-ой-ой-ой-ой. Как тут все, блин, печальненько. Так, вот, блин, вот эту штуку-то как забрать? Я хз. О, вот так вот ее забрать. Блин. Где там у нас ракетница? Давайте все-таки ракетница. Это... Да ладно! А, все, убит, 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 убит. А где еще один? Этот умер? А, все, очко улучшения оружия, там ля-ля-ля. Всех убил. Ну, я молодец. Отличный бой. Вот, блин, как только доходит до Мочилова, ребята. Просто шедевра неописуенной силы. Вот так будет правильно сказать. Так, фильтр тут такой хороший наложен прямо. Муа. Персик, персик. Такс. Ну, вроде все, я собрал. А, вот еще есть. Это чего? Мне кажется, что это эти. Да, штурмовая винтовка явно. А вот здесь вот можно было запрыгнуть? Нет! Вот посмотрите, вот здесь разработчики сделали уступ, да? И вот хрен на него запрыгнешь.
Нет, я все-таки запрыгиваю на него. Все, и все-таки запрыгиваю, но как-то не очень. Не очень надежно. Не знаю, мне так не очень нравится, когда не очень надежно. Так. О! Завершено. Задание. Вернитесь на Марс. Я прямо сейчас... Возвращаюсь в сундук мертвеца. Это вот это вот я нашел? Я так понимаю, или чего? Чего? Это сундук мертвеца. Испытание пройдено. Подсекай какой-то. Ну, в общем, я это не прохожу. Терминал активировать. Активируем. Так. Сегодня будет очень короткое видео. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. Ну и встретимся в следующем. Всем пока.